ну что я хочу сказать. Товарищи местные жители уже постарались убрать практически все метки. Поэтому в какой-то момент мы даже немножко подзаблудились. Дороги, конечно, ой-ой-ой. Вроде бы только разгонишься. И тут же сразу же кочка на кочке, камушек на камушке. Но здесь, видимо, не проходила нога человека или колесо велосипеда, потому что не ободрали. Это дерево дает силу, обними его. Да, виды, конечно, вообще завораживают. После сегодняшних покатушек, ой-ой-ой, моему велосипеду нужен будет техосмотр. Полный, от и до. И вот тут я застряла. Капитально застряла. В общем, я решила этот участок на своих двоих преодолеть. Лес дремучий и колючий. Ну вот как-то так. Сначала по полям, теперь по лесам. Ну, спасибо вам, товарищи организаторы, за такую шутку. Ваш друг Настя. Нет, я в этом овраге не буду. Я не буду той самой мокрой мышью. Ну, как-то вот так Тёма переносит. Видимо, я сейчас так же буду делать.